вскакиваю тревожно. Ой, смотрю, не проспала. Еще 5 минут поспать можно? На 5 минут будильничек перевела. Но то ли с местью за отобранное время он зазвонить не захотел, то ли со мной вместе будильник засопел. Стало поздно, безнадежно. Собралась быстро, как только было возможно. Стремилась, бежала, мчалась, не запивая кусотничество чаем. Примчалась. Ни туда, ни тогда. И домой возвращалась. Ну что за подлое состояние, 5-минутное недосыпание. Я что, не на 5 минут, а на 5 часов его перевела? Да. Вот тебе на.